Так, подключаем однофазный двигатель КД-25. Пока без спусковой обмотки, только на рабочий. То есть вот на эти два вывода подано напряжение 220 вольт. Включая, двигатель гудит. Ему нужно придать момент в любую из сторон. То есть я вот сейчас влево буду. Спустился. Отключил. Давайте в другую сторону попробуем. То есть подаю напряжение. Двигатель не вращается. Подаю сейчас вправо. Момент. Все. Двигатель завращался. Заработал. Ну а теперь подключим конденсатор и попробуем снова включить уже без ручной помощи. Итак, двигатель мы подключили согласно схеме. То есть фазу питающего напряжения подключили на S1, 0 подключили на общий вывод S2 V1. Ну а пусковая обмотка подключена через конденсатор. Пробуем включать. Двигатель вращается по часовой стрелке. Чтобы изменить направление вращения двигателя, 0 мы оставляем на этой, здесь же. Нам нужно питание, то есть фазу, подключить на вывод V2. Вот смотрите сами, включаем. Видите, сейчас вращается против часовой стрелки.